Кушают. Так, что мы делаем? Моем половину. До этого я Софии говорю, что надо разложить вещи, убрать старое постельное белье. Я, да, может, они тоже в Румынии так едят, я ж не знаю. Хочу вам показать. Смотрите, сколько у Джорджа много парфума. Мама, я доверю, в том плане, что это не знаете, не потому, что чтобы вы ему подарили и вы получили за это большую котлету или конфету, а в том плане, что у него он самодостаточный, у него этого хватает. То есть у меня есть там три, тут у мамы все. Да, София говорит, у меня всего три. У Софии вот этот осемьяки добавился, кинзо вот такое вот, и вот это, наверное, ее. Маленький, лиля-лиля. Вот, а вот это все, а вот это, наверное, Софийна еще. Лаура Биджоти, наверное, а нет. А где-то у тебя была Лаура Биджоти? Зара. Это Софина, твоя Зара? Не знаю, что. Короче, девчонки, вот здесь вот наставлено. У них все. Quello lì grande, quello lì con scritto Lilia, Zara, quello rosso e quello rosa. Basta, piatti sono di Giorgio. Ma, si è svegliato gatto? Есть хочет. Ora devo aspettare che si fa freddo. А у тебя в холодильнике стояло? Да. Ты ей детю. Маленький, зато уже знает, где кушать, бежит именно в этот уголочек. Слушай, а что он у тебя чухается? Она не смотрела у него блохи? Она сказала, что все, ну правильно, потому что у меня блох нет, откуда бы у него блохи были. Сейчас я уберу мальчик, сейчас. Ай, София, бляха, муха, ну ты, конечно, маленькая. Как кушать хочет, бедненький. Угу. Что ты там, что ты стираешь там в этом? Все, я пошла тогда помою душевую, да? Но если он придет, будет кушать, уже сейчас натопчет он. Я могу протереть, протереть? Basta che fai pulito, mamma, давай. Протереть здесь? Нет, да убирай на спекке. Дай же на убираться, я квартира. Дай стирать, давай. Я не буду, мне жарко. Как ты пойдешь в Романию жить? Тебя сочера твоя. А я с ним, я видела она. Ну, я знаю, что ты ее видела. Она молодец. Ну, и будешь ты лежать, а сочера будет работать. Нет, она там убирала моя комната. Мне не понравилось, почему. Ну, ну, вчера свою моду. Ну, да, у каждого свое, да, свой моды. Ты metti questo qua qui. Ну, va bene, questo, ma allora devi stare. Vabbè, у каждого свой метод. Mamma mia, я покричала dentro di me, che volevo dire. А, внутри себя покричала, да? Ну, хоть хорошо внутри себя, София, додумалась. Нет, она хорошая. Я знаю, что она хорошая, и папа у него хороший. Тебе повезло просто, что они тебя боятся, поэтому тебе никто ничего не говорит. Тебя ж боятся, а тебя ж... Mamma, va bene, tu sai che hai paura di me. Я, да я просто, я не то, что боюсь тебя, я с тобой связываться просто не хочу. А я не хочу, она прикинь. София, извини меня, что это белое, это не должно быть. О, ma io non è che sono straniera, ragazzi. Levalo. Не должно быть. Cazzo, ce la fa, uno che ce la fa, le mangia. Dopo chi lava, magari lui. Кто голодный, тот будет есть. Мама, questi потерять в кассу. Папе отдавай. Все, поели, собираем ему сейчас пакет, пусть папа откроет с мужиками съесть. Потому что сугу вот этого не должно быть. Красота. 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 Ти баста сале? Салато? Ну, не буду. Ma dove eri? A Pisa? Qui lavoro a Pisa? Sì. Hotel Galileo. Galilei. Galilei a Pisa? Sì, il hotel. Ah, Hotel Galilei. Ah, ho capito. 20 metri. Ho capito, ho capito. Vicino a hotel.
Ай, ти бандіта. Бандіто, бандіто піколіно. Бандіто. Е бандіто. Е бандіто піколіно. Guarda cosa ci ha fatto Giorgio, guarda lì, guarda. Quando sono piccole sono belle, eh? Sì. Quando piccolissime sono bellissime loro. Lì, allora, la birra. Папа де Джорджо принес, Флорин принес пивка холодненького. Però questi giorni non fa tanto caldo, non si sente addosso così caldo come altri giorni. Ай, манди. Убрала, накормила мужчину. Мошки летят и летят и летят. Я душевую промыла, залила. Тут уборки немного. Вот у нее очень много здесь получается. Видите, места мало, а всего много. Тоже, видите, с запасом берут эти мешки. Я тоже с запасом. Я, кстати, сейчас у Софии возьму, если не забуду губку. Я вчера я уже приготовила кошака, помыла. Вот. Так. Сюда мешочки, сюда для стирки тогда поставим, сюда все остальное. Ну вот, мам, сложи как хочешь. Я говорю, хорошо. Потому что для стирки сюда, в этот угол. Боже, какой же этот запах классный. Это то, что мы девочки брали около моего магазина. Для всего подходит, видите, для мытьев полов, и для поверхности, и для туалета, и для всего. Видите, это просто нечто, как пахнет и... Свою работу он делает. Так, это у них с запасом взяли. Для тарелок. Так, все. Все, поставила. Это сейчас отец заберет с собой. Отец заберет на стирку. На стирку. Так, куда это пока положить? Oh, se vuoi monta sulla bicicletta, così ti aiuto fino a... No? Aspetta. Ah, sì, sì, deve chiudere, sì, ha ragione. Ciao, Bubu. Ciao Sofì, non si sente. Si apre qua? Si va da lì? Si va da lì? Sì. Aspetta, vai. Grazie. Bubu, bubu. Специально с велика слезла, чтобы вам показать. На днях снимала, как я цветок же поливаю, да, как он разросся. Написали, надо корни прикрывать. Да прикрываю его каждый день вот этой вот железякой. Там корни основные, они в землю ушли. Я привезла всего 3 больших песка, земли. На следующую весну привезу сюда уже землю. Сейчас она там не нужна. Вот это, я так поняла, надо дерево осенью подстричь. Но опять же, я же не умею, ну как подстригла. Хотя оно мало цветов дает. Его если постричь, оно должно, по идее, широким быть. И смотрите, я вчера выхожу его поливать. Я же сказала, что дерево в себя приходит. Я говорю, в этом году, говорю, наверное, не зацветет. Я говорю, потому что переболела, да. И смотрите. Смотрите, девочки, как же мне хочется сказать вам большего. Ну, разные люди. Ну, я скажу вам на днях, скажу.
Я вчера так прям разрыдалась, так расплакалась. Вот эти я высаживала, они еще цвели, но засохли. И вот это дерево я садила, видите, в цветочках. Не знаю, если оно еще зацветет или нет. Потом я по весне много-много цветов засажу, но мне сюда нужны какие-то кустарники такие, чтобы они вот сами потом справлялись без воды. Вот как я это посадила, оно без воды справляется. И я вчера выхожу поливать, и смотрите, мне такой привет. Все, пошли, пошли. Я каждый день выхожу, по два ведра выливаю. Красота. Ладно, пошлите домой. Сейчас опять наревусь. Ой. Ой. А, ну да. Я доезжаю за 5 минут до дома Софии. Единственное, что там очень неудобно переходить. Надо, я слазю с велосипеда, перехожу через эти зебры. Я очень много времени теряю, потому что слазю, залазю. Я по дороге побольшой не люблю ездить. Вот. Все, мы проехали. Кто-то мусор выносит уже. Наверное, клепа. О, боже, я дома. О, дом. Мое беленькое покрывальце высохло. Девочки, почему я отдаю желтое? Не потому, что оно мне не нравится. Потому что за белым ей будет ухаживать. Я же говорила об этом. За белым ей будет ухаживать. Маша, намного тяжелее. Это во-первых. Хотя, да, что там ухаживать? Что мне, что ей в машинку бросил. Пятна бы водителем, если надо, залил. Да? Да и все. Но, ну, не знаю. Я больше по тряпочкам. Слушайте, когда мне было 18 лет, мне тоже тряпочки не интересовали. И интерьер в квартире меня не интересовал. Честно. Я вообще была в другом измерении. Ей понравилась желтая легкая. Завтра буду менять постель. Я каждый четверг постель меняю. И посмотрю, поменяю вот на белое или на серенькое. Боже, у меня три платья лежат, 4. Еще шорты. Мне некогда погладить. А когда есть свободная минута, я настолько уже затюханная, что нет сил. По поводу волосиков. Кто заметил, да, смываюсь я. И как минус 10 лет, да. Просто в этот день я была... Я в тот день, когда снимала первый раз с ватом, я знала, что он придет. 20 раз. И я одела это платье длинное. Мне в нем удобнее. На велике было ехать. Сегодня я не знала, что он придет. Потому что он был с работы, был полусонный, он уставший был. Вот. Ну, я приехала в шортах. Девочки написали в комментариях. Дома я хожу вообще в труселях. Мне все равно. Ничего не знаю. Это я не пукнула, эта кровать почему-то скрипит. Если бы я пукнула, там у соседей штукатурка с плиткой отвалилась. Вы одеваетесь не по моде, вы одеваетесь не по годам. Боже мой, я вышла от своего дома, села на велик, поехала здесь ехать, я вам говорю, ну минут, ну пусть не 5-7. Из-за того, что я просто спускаюсь там, где зебра, я перевожу, потом, допустим, еще какой-то промежуток проезжаю, опять спускаюсь, вот эти вот перехожу, они еще занимают 7 минут. А так здесь все, это все близко на велике, я обожаю ехать на своем велосипеде, ездить на своем велосипеде, и когда я ехаю, когда я еду на своем велосипеде, я такой кайф получаю, просто. Просто получаю кайф. Кстати, у нас несколько градусов, мне так кажется, упала температура, потому что солнце палит, но не до такой степени, как это было месяц назад, неделю назад, мне так кажется. Нормально я одела шорты. Я одно не могу понять, а как мне надо одеваться по возрасту? Что, на чем я должна ехать? Во фраке и этот... С вилкой во сраке? Или что? Одела майка, майка моя. Кстати, я сегодня, когда Джордж звонил с работы, говорит, ой, тебе так классно в этой майке. Я говорю, серьезно, мне к Софии эту майку подарила. Вот, в майке продувает, на велосипеде, в шортиках, нормально, ножки, все дышит. Я не могу понять, в чем, блин, сарафан одела плохо, шорты одела плохо. Чего плохо? Нормально. Вот девчонки написали, поменять, это тоже сарафан в дырочку. А что он в дырочку? Он в горошек. Он, кстати, на нем нет ни одной дырки. Я его только одеваю там на момент съемки, там, или вот когда я выхожу, поливаю грядку. За грядку я вам расскажу на неделе. Я просто сейчас не хочу, я сейчас знаю, что я сейчас расплачусь. Я так вчера расплакала. Все, давайте. Вот, так, ну как, я не могу найти другой халат. Вот мне надо какой-то халатик летний. Я заходила в этот магазин ОВС, я там ничего не нашла такого летнего. Ну, понятное дело, со сконтами это все раскупили. Новые еще не завезли, потому что новая, наверное, будет. Это уже осень-зима коллекция. На базарчик тоже некогда. Правильно там женщина одна написала очень хороший комментарий. Она говорит, все правильно, мы бюджетники.
вот так экономим, экономим, то не купи, это не купи, говорит, так и жизнь пролетит, и от жизни не кайфанули. О, и я написала, согласен, совершенно. Понятное дело, что, ну, кажется, что, типа, закупает, ну, типа, там, нравится Ивановой одна песня, так она под нее танцует полгода, там, или поет, да? Вот, там, нравится, там, Иванова, там, наволочки, ночнушки, там, или пижамы, закупает пижамы, потому что этого не было. Девки, как вы себе представляете, я жила, посмотрите мои старые видео, у Софии этот, видно, продуло под вентилятором. Посмотри мои старые видео. Я жила с карликом, с этими собачками. Он мне все время говорил, это нафига на это деньги тратить, нафига на то деньги тратить. Я на свою зарплату еще, на которую содержала детей, умудрялась еще, и он помогал по субботам, воскресеньям, ничего не говорю. Первое время он вообще оплачивал свет, газ. Потом, это потом он уже сказал, что я ничего платить не буду, и давай платить наполовину. Но это я тоже уже рассказывала, тоже к этому возвращаться не буду. Вот, и вы представляете, я, для меня этот ремонт обошелся, мне кажется, я не знаю, я бы уже, наверное, две челюсти себе в хорошем смысле слова оставила бы зубов, понимаете? Для меня это обошлось дорого. Я же говорю, если бы я не работала у бабушки и у дедушки, ну, хотя я работала она у бабушки, но там еще был в придачу дед 95-летний, понимаете, и... Это несмыслимо, его, он очень тяжелый человек, он нормальный дед, нормальный, нормальный, там еще что-то, не то что приставал, там что-то еще шутил, там типа такое, 95, я опять соврала, ей, наверное, 75, а ему, наверное, 85, не 95, не, надо у Софии спросить, сколько же ему было, ей точно было 7, нет, не, 90, Ладно, неважно, неважно. Я потом у Софии спрошу. Или 85. Да, 80, точно не 70. 80, 85 бабки. А ему, наверное, 95. Наверное, я не вру. Ладно, неважно. И если б я у него не, у нее не была в две смены, не пахала, я вам говорю, что я, наверное, на тот момент перенесла, наверное, точно этот инсульт. Потому что я помню, что я выходила, я с мамой по телефону разговариваю, у меня язык заплетается, и меня качает со стороны в сторону. Я, вот эта икона, которая у меня висит в коридоре, я неверующий человек, но вот когда тебе приспичит, знаете, так не зная молитвы, ты помолишься. Не в том плане, я не то, что верующий, но я там захожу в церковь, могу поставить свечки, там, там с бабушкой своей поговорить, вот, Царство ей Небесное. Уже я с возрастом стала такая... Эмоционально. Я с иконой спала. У меня девки боялись. Говорят, мама, ты что, вообще чуть-чуть? Я прям реально, я ложилась, брала на себя икону, я прям с ней спала. Мне было очень плохо. Это я прям спала, 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 спала. В две смены я бегала и все успевала. А девки мои, вот так вот доверяя, не проверяя, я ничего не хочу говорить плохого, но девки в свою... Не то, что у меня они плохие, или кто-то они... Да, я даже не буду говорить все или меньшинство, большинство подростков такие. Да даже меня, причем здесь меня постоянно хейт в интернете, даже возьмите высокостоящих чиновников, я даже не знаю, там артистов, ну вот я имею в виду известных людей, привести, если в пример, что посмотреть, как ведет вот эта вот золотая молодежь себя, которая учится в университетах в Англии, там во Франции, там я не знаю еще где-то. И посмотрите, какие бывают судьбы, что яблоко от яблони. Ну, ну чего? Че? Девочки, че на меня-то? Волосики смываются, да? Кайфанули. Скажите, я сама кайфанула, что волосики смываются. Но я вам говорю, что я их не крашу, потому что я в субботу собираюсь в бассейн с Софией или на море с Джорджо и со сватом. Вот. Он очень, сват, очень... Он очень, опять же, девчонки, смотрите, знаете, вот никогда не очаровывайся, да, чтобы не разочаровываться. Я его не знаю. Может быть, там, знаете, в семье там бывает, как психанет, как муж там даст кулаком. Откуда ж я знаю? Я ж не знаю. То, что я вижу, человек очень воспитанный. Он, то, что вижу я, это вот вижу я на данный момент, что такое? Очень выдержанный, понимаете, он очень скромный, медленный, он медленно ест, он медленно жарит, чистит картошку, он медленно вливает яйцо в кастрюльку, вот, в хорошем смысле слова, поэтому нормальный, он все прекрасно видит, он видит поведение Софии, мне за нее стыдно, но я надеюсь, что это гормоны, что это пройдет, потому что я помню себя 18 лет.
Я помню, как моя свекровь, мамань, привет тебе огромный. Мамаша моя в Мелитополе, в хорошем смысле слова, мамаша, мы до сих пор поддерживаем отношения. Я ее мама называю, она меня доца называет. От первого моего брака, царство небесное, Вовочка. Вот. Так я тоже там ей это. Что, она прекрасно готовила. Вот единственное, что я научилась, у нее драники, у нее рыба, у нее два холодильника. Все это она после этого можно жрать, садиться, жрать, жрать. Меня на кухню не загнать было. И причем здесь, что я, меня тоже в семье, мне же не говорили, идите мойте полы с утра до вечера, с сестрой кто лучше. Я захотела, мне нравится, я мою. Моя сестра не моет так, как я. Она постирает аккуратненько раз в два дня, вытрет пыльцу без фанатизма. Все аккуратненько ее устраивает, там цвета ее двери, там еще что-то там, то все, у нее квартирка есть, двухкомнатная в Мелитополе, все нормально. Понимаете? А я вот такая, туда-сюда, здесь все, что у меня этого не было. Потому что я всю жизнь надеялась на мужиков, а теперь я поняла, что надо надеяться на себя. И когда я говорю, вот все гады, конечно, не все гады, сама я таких выбирала, это понятное дело. Ну так получилось, ну что уже, ну так уже ж получилось, понимаете. Мне за Софию стыдно и неприятно, когда она так себя ведет. Если ты уже пригласила, ты знаешь, что там я сижу, да, там у тебя дома. Если ты уже пригласила сегодня, она позвонила свату, он там рядом на работе был, она ему говорит, она его папой называет. Она говорит, пап, ты уже с работы идешь? Она говорит, да. Ты ел что-то? Он говорит, нет. Она быстренько ему яичницу пожарила с фрикадельками. Говорит, мам, забирай, говорит, морковь мы не едим. Я говорю, София, морковь отдавай свату, он готовит. Она говорит, это и сосиски купила, говорит, мы тоже их, ну, типа, вот эти вот большие, говорит, мы тоже их так не едим. Я говорю, отдавай свату, он все это самое, все съест, к нему приходят друзья его, я говорю, они там все пожарят, все это, потому что подбухнут, и все нормально после работы, прям там. Пришел после работы, принес пивка, но я в тот раз с ним пиво не стала пить, вот, потому что он пьет вот это вот пиво, я что пью корону, я что пью лимонад. Вот, вино я не пью вообще, я уже не знаю сколько лет. Вот это когда мы гуляли тогда с ним первый раз, маргариту я пила, а он пил вискарь. Так что он там 2 минуты до дому дошел, а мне потом с велосипедом. Конечно, я с этим велосипедом, я на велосипед не садилась. Но вот насколько итальянцы все преувеличат, все перескажут. Я на велосипед не садилась, я велосипед везла. Ну он у меня упал, ну упал, и я там за собой потянул, понимаете? Так там Карлосу уж рассказали, что я прям упала с велосипеда, прям. Я что, дура на него садиться? Ну ничего, ну погуляли, господи, я взрослый человек, а что, погулять не могу? Ну потом самой тоже было неприятно, ну ничего страшного. Бывает, что я так, каждый день гуляю, что ли? Ну, ну погулял человек себе. У них прекрасная мама, они общаются, мама приезжала. Они, как, опять же, знаете, вот я сейчас скажу за семью, да? Как тогда, вдовец, и потом понесется. Кстати, я не смотрю никакие, у меня времени на это нет, потому что в комментариях пишут, где плохие комментарии. Если я удаляю комментарий, если я удаляю, это надо, чтобы я уже столько человек мне вот писал, говна, 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 ты терпишь, терпишь, а потом тогда он уже видит, что ты как бы на него не реагируешь, и там вообще уже там придумывает несеразно. Ты можешь заблокировать, но это твой дом, это как, знаете, я выставила тогда из дома карлика с его друзьями, когда они в моем доме меня обсуждали, понимаете? И потом не поняли, почему их выставили. Да потому что разговор не вел ни к чему. И человек орал, да вызывай полицию, мне все равно. Мне, как, ну все равно идите вызывайте там себе полицию, там с ней разговаривайте. Ну кто видео смотрел? Мне какая разница? Они нормальные, я не могу... Они общаются с женой. Он сейчас будет ехать домой, может они разведены и живут, но это, ну когда он едет, он возвращается туда. И откуда я знаю? Мне неудобно об этом спрашивать. Ко мне никто не лезет и ко мне не пристает. Конечно, я видео сказала, я ему нравлюсь, а кому я не нравлюсь, а что я не думаю, ему нравится. Это по ту сторону экрана. Я не знаю, сидят какие-то женщины, и они придумывают, что нет, итальянцам нравятся другие. Да мы все разные, тут не зависит от национальности, кому какие нравятся. Людям нравится твой стержень внутренний. Как ты внутри сделан, понимаете, а не то, что там... Я вообще была поражена, как можно было написать за зятя мать, я сейчас называю это так, чтобы именами, да, не бросаться в видео, что она какая-то толстая, безобразная, поэтому этому тоже нравится толстая... Я вообще этого не... Я вообще... Ладно, вы нас обзываете, там, меня, Софию, ладно. Как можно... Да, она полненькая женщина, да, мы с ней разговаривали, она, ну, полная, но она не толстая, она полная, взбитая женщина. Ну как можно, вы даже ее не видели, как можно так обзывать?
Может быть, она полная взбитая женщина, но я, у нее там и свиньи, ну, свинья одна там, и куры, и свое хозяйство, и она работящая, и все, она прекрасная мама, она, которая переживает за своих сыновей, которая пытается там помочь. Я не знаю, как мне они, почему я с ними общаюсь, потому что, да почему тот же парфюм купила, у него там этих 100 парфюмов, вы видели. Просто, понимаете, человек встает рано утром, он едет на работу, едет в другой город, пока все отдыхают и берут сейчас время отпусков, он едет и зарабатывает. Это просто, знаете, какой-то жест, что вот как-то, ну ты большой, как поощрение. Ну не потому, что там кто-то боится, ну пропадет он, ну убежит, ну другой прибежит. Господи, девчонки, ну давайте, мы-то, нам-то с вами не по 18. Нам-то с вами не по 18. Убежит, прибежит другой. Хороший, ну, ругаются там между собой, наверное ж. Они здесь просто одни, понимаете, и помочь им некуда, некому. Есть люди, которые, вот, допустим, есть семьи, у которых родители, допустим, умеют деньги не заработать. Они знают, как заработать, они умеют заработать, и они умеют вложить, чтобы деньги работали. Я из такой семьи, где деньги зарабатывали честным трудом. У меня отец никогда взяток не брал. И я, кстати, по этому поводу очень нервничала. Уже во взрослом возрасте, когда я уже понимала и сравнивала, как живут другие семьи военных, ну, я нервничала в том плане, что типа, а что? Мы что, рыжие, что ли? Понимаете? То есть это было... Вот мои родители живут вот так вот, советские люди. Вот они по правде живут. Вот есть диванчик, ну, есть диванчик. Ну, есть там вот это, кстати, у родителей, когда мне писали, сделайте им ремонт, у них такая, да нормально у них мебель. Кстати, вот это вот советский у моих родителей сервант, если бы у меня была возможность, я бы его забрала сюда. Ему столько лет, это такой раритет, не потому что это мое вот, ну, мое детство. Конечно, если бы там у какого-то Пети там или у дяди Васи, я бы не забирала эту мебель. А так как это моих родителей, я бы забрала, она прикольная, почему бы и нет, понимаете? Нормальные у него родители, на то, что я вижу, родители. Родители зарабатывают руками. Отец работает, мать, у матери хозяйство. Наверное, же помогает матери. Вот он же сейчас будет ехать к себе туда на родину. Он будет в этот дом ехать. Может, они там не живут вместе, понимаете, а там разошлись. Но все равно это его семья. Ничего, понервничает на старости лет, как-то что-то, как-то где-то вместе. Брат шикарный, как я хочу вас познакомить с братом с его. Какой мальчик тихий, какой... Боже, ну они, по сравнению с другими вот этими орущими людьми, они очень... Я же опять же говорю, может они там между собой там и схватят кого-то там за уши. Я же ничего не говорю, я же об этом не знаю. Вот, но они скромные люди. Вот так вот, когда мы сидим, они скромные. Видно, как они стесняются. Понимаете? У него тоже такой характер, у Джорджа. Он тоже до Софии там успел нагуляться и накуролясить. Он успел это все до того, как они не начали жить с Софией. И София до него успела, когда я тут бегала. Сейчас бы, опять же говорю, сейчас бы вернуть время назад, я бы не бегала. Я бы понимала, что это период. Но когда это тебя касается, то есть ты не знаешь, что делать. Конечно, я, возможно, глупо выглядела, но это была я настоящая. Я так переживала, ну так вот, ну как вот так. Я знаю, что просто они здесь одни, понимаете, и ну кто им? Там мама все равно по-любому, наверное, переживает за своих сыновей, понимаете. Они работают руками, они возможно, зарабатывают какую-то сумму, они не знают, как ее там вложить, чтобы там какой-то свой бизнес, допустим, открыть. Точно так же, как и я из такой семьи, которая бизнес не знает, как открыть. Есть семьи, которые умеют зарабатывать и вкладывают, и зарабатывают, их деньги работают. Мы не такие. Ну, мне там, мне приписывать какие-то там романы, что я кого-то там оседлала, на кого-то там глаз загорелся. Еще там люди пишут, где вы сами выдумываете эти комменты? Да есть там эти комментарии, почитайте. Вы что? Что? Зачем мне вообще что-то выдумывать? Я вам хочу вам рассказать, что возможно... сдвинется с места дело с Украиной, и никак не могу об этом видео сделать. Уж завтра точно расскажу. Потому что это надо спокойно, а не в эмоциях. Ну это есть эти комменты, что мне выдумывать? Ну девчонки, ну мальчики, ну ладно, ну хватит уже троллить-то. Что выдумывать?
Я просто в тот день я была уставшая с этим хвостиком. Это все мне это свои дела еще туда забежать успела. Нормально. То, что София сегодня как-то так уже, и то он, да, он пришел, мне неудобно, ну что я в шортах хожу. И опять же, мне неудобно перед людьми ходить в шортах и в этой майке. Перед ним в том плане, ну, я понимаю, что я красивая женщина. А что? А что? Что я могу? Не нравится кому-то или что? Я не поняла. Просто надо ли оно мне нравиться физически? Мне оно не надо. Оно мне надо, оно мне 300 лет не надо. То, что я нравлюсь, ну, я нравлюсь многим, так что теперь? Поверьте, кому я нравлюсь, я знаю. Толку от них, как с козлов молока. О, Господи, блин. Ничего не знаю, каждая уборщица по генералу. Что это такое? Вообще не могу понять. Сейчас уже поменялись стереотипы, что надо выйти замуж за лейтенанта. Сейчас уже генеральша за лейтенанта выходит замуж. Понимаете? Да, смываюсь, классно. Но все равно, девчонки, я смываюсь, но пока, я же говорю, у меня контракт не закончится. Уже 20 раз одно и то же говорила. И это, не, буду, пока не нахожусь красной, буду красной. Просто что на море буду ехать, это. Карло мне вчера звонил. Говорит, а ты даже не позвонила, не узнала, доехал ли я. Хуиз. Так, а что ты, когда доехал, не позвонил и не сказал, я доехал, привет, все, я доехал, я на месте. Что ты не позвонил? Не, ну я тебя там видел в бассейне. Я говорю, так и что? У меня отпуск. Первый раз за все лето я съездила в бассейн. Люди каждый день туда ездят. Ну, съездила в бассейн, первый раз кайфанула. Я поняла, что там в этот бассейн зонтики не нужны, потому что там целый день в воде сидишь, вышел, полежал там, ополоснулся и опять пошел плавать. Или просто по бассейну ходишь, кайфанул. Все. Я уже объясняла вам, да, что, ну, типа, 6 евро какая? Ну, 6 евро. Это ж не 18, как в Марине Дипи за 15. Нафига оно мне надо? Ну, что там, что там разное? Если здесь еще и дорога удобнее. Здесь сел поезд с кондишеном, вышел сразу, автобус бесплатный, вышел, остановка, сразу бассейн. Зачем себе какие-то дороги строить дальние? Вот, а София, я не знаю, я тоже была такая на язычок строга, но она, конечно, ведет себя местами отвратительно, все я это вижу, я ей это все говорю, я не хочу ни с кем, знаете, я не хочу больше ни с кем связываться, все. Она прекрасно могла бы пойти бы, сейчас перевела бы документы, пошла бы учиться на тот же ИНЯС или еще что-то. В голову, не потому что я плохая, что-то я в них не вкладывала, вот это вот эти комментарии, как это все задолбалось. Господи, опять же говорю, он, дети генералов, этих депутатов, то есть вкладывает, в Лондоне учится, приезжает и бездельничает. Что я могу? Я с ней разговариваю на эту тему, но опять же, я не буду больше никому ничего говорить во вред своему здоровью. Делайте, что хотите. В приличных рамках. Белье Лауро Биджотти я повторила 30 раз. Не потому, что это дорого-богато, а потому, что оно мне нравится. Мне вообще нравится сочетание Лауро Биджотти. Все. Мне нравится это сочетание. Сейчас правильно девочка написала. Многие шьются в Китае. Тот же Джуст Кавали. Все. Дело не в этом. Я не гонюсь за марками. Качество понравилось, мне лелеет это ухо. И я все, что я брала все по скидке. Белье, которое я подарила Софии, я его взяла за 34, наверное, евро, а сейчас оно по 60 с чем-то. Я его взяла в тот момент, когда скидка была, сейчас нет на него скидок. Поделилась с ней, потому что зачем сейчас новое, ну, поделилась с ней хорошей, пусть у тебя будут несколько комплектов хороших. Это как, знаете, как приданная мама собирала, вот так вот и я. Ну, вот такая я мама, вот так вот. Я общаюсь с теми, с кем, кто меня не выводит из себя, не нервирует, и кто ко мне относится хорошо. Все. А вот это кто там, что-то там, не, я даже связываться больше не хочу, я вам еще раз говорю. Будь это там знакомые, или там знакомые знакомых, или это родственники, все. Как бы мне это было больно, там неприятно, это мои личные переживания, не хочу. Потому что я знаю себя, где я могу прогнать, и я знаю, когда человеку надо, что я делала для человека. Я знаю свои поступки, как я поступала по отношению к человеку. А если у человека там что-то как-то там, ну, настроили его против, ну, что я могу сделать? Что, я пойду что-то доказывать?
Ничего я не буду доказывать. В разведку я не пойду. Мне нравятся военные фильмы, но я сыкливая, а в разведку я не пойду. Боже мой. Нет, я просто себе представила, не дай бог, вот так вот я бы была разведчица в тылу. Вы шо? Ладненько, девочки, мальчики и мужчины. Опять сейчас напишут, как ты с нами? Да это я так просто, я не с вами разговариваю. Там. Это просто мои эмоции, эмоциональный человек. Я просто так разговариваю. У меня хорошее настроение, прекрасное настроение. Чтобы у всех было хорошо с детками, чтобы у всех было в семье хорошо. Все мы разные, у каждой разные судьбы, у каждой разные возможности. Ну, правильно, я ей 100 раз, 150 раз ей повторила, что Лаура Биджотти. Пусть у них, они не могут разобраться с машинкой. Сколько мне девочек уже эту стиралку кидали, что у них такие же. Что поставьте на 10, поставьте на 9. Вот эти вот программы, они не длятся по 3 часа. Джорджа нашел какую-то там эту вот программу. Эта программа не длится 3 часа, но оно, вещи мокрые. Они не могут разобраться в этой машинке, понимаете? Конечно, эту Лауру Биджотти, их 2 человека, они же не трубочисты, что ее стирать на 3 часа. Конечно, любое белье застирается. Правильно, комната маленькая, красивая, а заходишь, сразу кровать. Ну, красивое покрывало на кровать уже создает настроение, опрятность. Это квартира для одного человека, этот шкаф маленький. Хозяин, конечно, хитрый. Он мог поставить шкаф, который подлиннее, и все он мог по-другому сделать. Я же вам говорю, что я его видела. Просто я не могла ему сказать, где ты, козел, лазил. Сказал, видите, я такая. Я не могла сказать, потому что она бы сказала, что ты лезешь, куда тебе не надо. Вот как вы в комментариях пишете. Ну и все, живите, нравится, живите. Не отстаивайте свои слова, делайте, права, делайте. Если есть жилка у молодых, которые вот шустрые молодые, которые так давай здесь, давай там, давай тут, у вас будет. А если вы, жилки у вас нет, это не значит, что вы плохие, но нет у вас этой жилки, но не понимаем мы, как вот вложить, как заработать, как это. Ну, есть такие вот семьи, люди на этой планете, но это же не значит, что они плохие. Понимаете? Кто-то пошустрее, кто-то вот так вот по течению, ну, плывет и тише едешь, дальше будешь. Сегодня разговаривали с Джорджем, он говорит, очень, говорит, сегодня на работе тяжело, говорит, очень, говорит, все тело болит, говорит, и ноги болит, и спина, потому что на новые объекты послали, опять послали одних из лучших, других отправили в отпуск, лучших оставили, так как это закрылась организация, их отправили на другую, что нам написали, что все сварщики в Италии, да прям все, вы еще на работу найдите. Вот его туда, и он работает, он зарабатывает, он откладывает деньги со своей зарплаты. Но он же за аренду платит дофига от своей неопытности. Во-первых, у нас тяжело квартиру найти. Это никак, вот я помню в Украине, это я себя помню, это сколько лет прошло. Позвонил, все, нашел, пошел, посмотрел, нравится, вот тебе 100 баксов, все, квартиру сняли. Здесь по-другому. Здесь совершенно все по-другому, и здесь все по-другому. Нашли, посмотрели, это у них еще зимние вещи убраны в какой-то там, я даже не знаю, где-то они у них там в какой-то кладовке. Это зимние вещи выйдут, это где-то все слаживать, складывать. Я не вмешиваюсь, поверьте мне, что мне туда вмешиваться? Прямо я там прописалась, делать мне больше нечего. Я просто их поддерживаю, и там, и те же там духи, у него куча этих духов. Это просто, просто мне попалось так, что у меня была скидка, надо было что-то купить на эту сумму, чтобы эту скидку потратить. Она бы сгорела бы в субботу и все. Мне ничего не надо. Я могла купить себе парфум за 50 там, евро, за 60, да, и получить скидку. Но мне не надо он парфум за 60 евро сейчас, на данный момент. А дочке я... отнесла семьяки свои, потому что я же свои семьяки вот эти вот сделала. Видите, там у меня немножко осталось. Это во-первых. Вот. И во-вторых, у меня вот эта вот синьорина есть. Девочка написала, говорит, сегодня духи пришли. Говорит, духи были очень теплые, говорит. Потом как-то стыли, говорит, не поняла их запах. Будете за Тони на кого не похожи. Никого не слушайте, потому что вы комментарии начитались, что там Тони тут, то нормальные, красивые у вас духи будут. Щерути, прекрасный запах, прекрасный запах. Вот они маленькие. Они еще есть просто в двух... сейчас опять зачеру. Они просто есть еще в двух этих самых... В двух энзоплярах.
они есть. Есть светлые, а есть темные. Вот я себе еще темные подкуплю. Я не знаю, это прекрасный запах. Как он может не нравиться, я не представляю. И у Саши еще с Нового года вот осталось. Девочки живут, девки брызгаются. Если мы, мамы, не приучим их, кто их приучит? Саше я покупала вчера набор со скидкой. Это Дезик. Кстати, я сегодня им брызгалась. Очень сильный такой, он плотный. Он держится до конца вечера. И такой, знаете, он такой сильный, я бы даже сказала, спортивный. Ну, в принципе, эта марка и спортивная. И такой же там был парфум. Видно, она с собой парфум забрала на море. Не на море, а в бассейн. Зачем? Наверное, повыделываться. Так. Алекса, Брано, Меди и Наполи. Стоп, Алекса. Задолбала. Алекса, стоп. Брано, Меди и Наполи. Алекса, Брано, Меди и Наполи. Алекса, Валюм и Кватро. Алекса, Валюм и Кватро.